что ж, здорово. Здорово тебе. Я думаю, это уже финал. Думаю, уже наконец-то. Да, я не знаю, как это открыть. Я знаю, разбедись и башкой убись. Все, смотри, ключ. Не самое лучшее состояние. Тогда мы берем и так... На, нахуй, на, блядь. Сейчас готовишь таблетки, таблетуськи. Ну а какой сильный, блядь. Эх, блядь. Сука. Оп. Ой, 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 блядь, блядь, блядь. На один меньше предыдущего. Итого два. Чё, еще два ключа. А током-то зачем хуячить-то сразу? С подливцом. Че ты тут пытаешься найти этих ящиков? Их все равно ничего не запихали. Спрей. Не работать. Монитор тоже не работать. Так, тут везде ток, да? Питания нет. Будет опасно. Да не говори. А он питания нет. Фух. Я же не допрыгну. Ой, вот так и умер герой. Блять, пиздец. Ебать, что это за хуйня тут? Вдруг мне что назад надо? Хотя я на них даже не запрыгну. Бред. Да вы заебали, где мы возьму питание? О! 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 А второй конец. Вау! Ох, перенадобрается до электричества. Да здорово ж, блин. Не прошло и полчаса, как снова какие-то тупые закатки.
вентиляция, где ты? Реально, что делать, как, что? Даже уже откидывать вещи он просто не может, вещами кидаться. Так. Что это? Не ронять. А. Чтобы еще знать, куда запихивать. Не понял я вообще нихуя. Лучше не ронять, ну и чё? А если его типа уронить, но при этом это по съебасам ебаный? Потому что это бред какой-то. Типа. А-а-а! Накрывает сразу. Сука. А куда я вот его? Чё за хуй? Знаю, куда его. У меня просто нет идеи. Ой, будем думать опять. Опять сидеть и вот это, блядь, соображать, пробовать все варианты, потому что все будут записывать, это будет пиздец потом вырезание. Так. Что у нас тут имеется? Вот, смотри, короче. А есть в чем-то разница?
Ага, есть. Ладно, будем тыкать, искать. Ага. Да, сука. Вчера они все, да, красные? Постой. Я хочу понять, как к тебе там добраться. Бочку тащить, да? Взрывную. Ну, смотри, я могу его нести. А, я, наверное, зря это сейчас сделаю. Странная территория. Так. Что со мной происходит? А! Я, кажется, знаю, она сейчас потухнет. Что если мне на свою бочку принести? Вот этот, типа, фитиль?
Ну-ка, давай попробуем свою бочку. А сколько мне? Еще один ключ, чтобы открыть портал. Вы двери закрывать. Так, сейчас возьму бочку, с бочку пору. Если ее это туда положить, к нему этот и поджечь, типа, ну, должно сработать. Это я так думаю. Игра-то думает по-другому, она-то думает, иди нахуй. Бля. Да господи! Ну, конечно, ведь ты какой-то долбоящер, блядь. Тупо... Типа... Типа ебанутый. Сука, не дотягивается, да? Не одно, так другое. Ты посмотри, как его скрючило, сука, такую. Блять, боже ж ты мой.
Ой. Блять, да ты чё такой ебанутый? Шо? Вот дерьмо ебаное. Должна жахнуть как следует. Ну да, наконец. Поздравляю, мальчик мой, ты прибыл. Теперь ты найдешь выход. Ты выбрал отличного друга. В конце концов, безумие редко встречается у конкретных людей. Это скорее общий признак всего человечества. Это еще Ницше подметил. Я останусь здесь. О боже, нет. Это полуместо всего лишь еще одно испытание для моих знаний. Наслаждайся своей судьбой, Филипп, или тем, что от нее осталось. Не. А? Общее количество ключей достаточно для выхода. Да где выход? Поддается. Ой, я помню, здесь она выкидывала у меня, блядь. А, вот все. Серьезно, это все? Или это не все? Ну, блядь, сука. Типа с Богом. Давай, пошли. Как и Эминис, я очень сведущ в поэзии мыслей. Я прекрасно подхожу на свою роль, потому что в любви моей присутствует некое безумие, а в нем некоторая логика. Но я все равно чувствую неуверенность. Главное блюдо для банкета еще не дожарено, крыс не выжали до конца, а я снова в этом помещении, которое выжигает мой мозг. Но помещение, как и банкет, я это все из прошлого. И из чужого прошлого, но не из моего настоящего. Я уже много раз стучался в двери смерти, но на этот раз я уж непременно зазову ее на чай. Мы вспоминаем о том, что живы, лишь чувствуя боль. Но в этот раз, друг мой, боль должна окончиться. А ты, наверное, вернешься в мир, из которого пришел. Увязнешь во всякой ерунде и условностях, а рыжий остается. Он ответит «нет». Лучше, чтобы твоя история началась и закончилась, чем прожить, не осознавая, что она уже давно идет. Честно, какой-то бред. Я пытаюсь понять вообще, что происходит, но не могу. Иди нахуй, рыжий. Спасибо, дружище. О, черт, я чувствую. Будет больно. Почему я так... Это мы? А
отправить сообщение и погибли. Потрясающий пиздос. Просто великолепие, шедевр. Высшая похвала. Это кусок дерьма вонючего. Я даже не знаю, как оно раньше могло мне нравиться, но мне раньше всякий ужастик казался охуевшим. Главное, чтобы там было страшные монстры. Но... чё? Ладно, он поехал искать отца, нарвался на неизвестную хрень. Какая-то мистика, да? Типа, ну ладно, в первой. Вы второй могли бы все это развить. Вы это развили, что там какой-то чувак, типа его нашли и пытались люди его уничтожить, типа. Зачем тогда его искали? Чтобы уничтожить? Типа, кто он вообще такой? Так и не раскрыли. Какой-то древний, блядь. Чё за... Читать эти записоны я не собирался. Я не собираюсь. То есть игра должна мне рассказывать историю, а не я, блядь, ее читать. Я мог взять книжку и его книжку прочитать. Вот тут есть вот одна вот. Вот эту могу взять и прочитать. А не какую-то там хуйню, блядь, ебаную. А третья часть вообще... все, что происходило, это у него в разуме, что ли? Или где вообще? Вообще голоса каких-то чуваков, там чувих, это такой у нас предыдущей части, которые умерли и помогали там по рации. Ну и то в первой всего лишь был один рыжий, а второй баба. Все, какие еще там какие-то левые, блядь. Короче, это хуета полнейшая. Так что... до свидос.